Привет. А? Что ты хочешь? Что ты хочешь, подружка? У нас там три новых котенка появилась. Она ее не пускают. И вот, и Coral. И они маленькие еще. Их не пускают пока. Они переживают. А это мне кричит. Так как вот я кушаю шримпы. Или это самое... Короче говоря, ребята, вот местное ТВ тут, пошла реклама, как раз. Привет, привет, смотрят, пришли, что я делаю. А я буду, ребята, я буду, вот так поверну. Я буду делать зеленый чай, который я только пью. Мой чай. Вот тут. Я вам покажу. И вот тут. Я пью натуральный зеленый чай. Я покажу рецепт, когда закончу. Так, а где что Луна тут? Луна? А, Курал, они пошли переживать. Вот, зять стоит. Сейчас они там, три маленьких, приблудились. И Даша смотрит. Он под стулом сидит, смотрите. Вот они, это смелые. И они как бы, они делают как бы общение, чтобы они привыкали. Ну, вот так. А днем они спали, смотрите, сами сделали. Стянули чехол с верного велосипеда и спали там как берложки. А это переживает, Луна. Переживаешь, да? О! Да-да-да, и ты переживаешь, смотрите. И друг на друга шипят. О, посмотри, смотрит, переживает. Курл, да я ж буду тебя любить, как их тоже. Да-да-да, мышь, ты же разговариваешь со мной. What are you doing? I make a video how the our cats nervous about something going on. Я разговариваю с ними, ребята. Да они мне рассказывают. Каждый в своем тоне. Так вот, что интересно, как вот Луна, когда ты что-то вкусненькое мне готовишь, и она орет, ждет. Вот точно так она меня орала уже второй день, чтобы иди посмотри там и все прочее. Вот так, переживаю, смотрите. А они маленькие еще, дикие. Надо с ними знакомиться, ребята. Да? Курл. Корал имя у нее. На губе цвета, как ракушка коралла, да? А, ну красавица какая. Ну, красавица. Она же умная. Она говорит мне, я же умная. Вы же не думайте, что я буду их скер делать. Открытие? Вот, не хотят, подружка, извини. Вот она. Я с ней разговариваю так, давай. Вот так, моя хорошая. И вот так любит, чтобы я ее тут. Ну вот как она нравится. Вот дамочка. Все, ребята, рецепт